Гомельская городская организация БРСМ подвела сегодня выники працовного семестра 2018 и назвала лепших волонтеров года. Сёлета городский штаб студентских отрядов праца уладковал свыше 3000 молодых людей. Им доверили отказную працу на таких буйных предприемствах областного центра, как Гомель-Прамбуд, Гомель-Древ, Белпродукт, Брилёва, Комбинат Усходы и иншие. До того ж, студенты с Гомеля примали удел у будовництве атомной электростанции у Гродинской области, а так само выезжали на працу у Краснодарский край и Московскую область. Этим летом мой трудовой семестр начался со стройки областной больницы детской. Нас было 12 человек. После этого мы поехали еще на строительство атомной электростанции. И я рад, что мы внесли большой вклад в строительство таких значимых объектов для Беларуси. Самый лучший индикатор и оценка нашей работы – это отзывы нанимателей, потому что ни одного плохого отзыва за время работы не было получено. И это, вы знаете, действительно гарантия того, что ребята в следующем году получат свои рабочие места.